Снегопады, которые на этой неделе накрыли сразу несколько российских регионов, стали одной из самых заметных тем в социальных сетях. Мы сделали подборку роликов о том, с какими проблемами столкнулись жители некоторых городов. Десятки человек в Бийске опоздали на работу из-за снега, который в прямом смысле наломал дров. Очевидцы сообщали о нескольких упавших деревьях. Где-то кроны приземлились на ЛЭП, а в этом случае не повезло автомобилю. Кроме того, мокрый снег налипал на проводах, а на дорогах образовалась снежная каша. Снег в Новосибирске стал большой проблемой для коммунальщиков и жителей города. Судя по репликам и фотографиям, размещенным в соцсетях, ситуация действительно непростая. Дворы покрыты ветками, которые не выдерживали налипшего мокрого снега. Падали они не только на дорогу, но и на припаркованные автомобили. Кроме того, деревьями оказались заблокированы выезды с некоторых парковок и из дворов. Мы находимся в Нарымском сквере. Выпал первый снег. И лиственницы, которые еще не успели сбросить свои иголки, очень сильно пострадали. Вот мы сейчас идем по дорожке. Тут прямо все ветками очень сильно завалено. Конечно, смотрится очень красиво, но ветки не выдерживают такого выпавшего снега. Зато уже можно лепить снеговиков. Ну, падает снег сверху. Самая лучшая одежда в такую погоду – это большой зонт. А это кадры, снятые на видеорегистратор. Видно, как вдоль дорог под тяжестью снега нависли провода электрической сети и вот-вот могут оборваться. Устранять последствия на улице города вышла вся техника коммунальщиков. В Якутии из-за ухудшения погоды фургончики цирка «Шапито» едва не застряли на берегу реки Вилюй. Паромную переправу закрыли, а другой возможности перебраться на противоположный берег у артистов вместе с животными просто не было. На помощь пришли спасатели. В финале все участники операции сделали коллективное фото.